С 1 апреля 2016 года на основании постановления правительства Российской Федерации произведено очередное повышение государственных пенсий, в том числе и социальных пенсий на 4%. Индексация была произведена и работающим, и неработающим пенсионерам, получающим государственные пенсии. Тогда как после индексации с 1 апреля страховых пенсий увеличение пенсии коснулось только неработающих пенсионеров, получателей страховых пенсий. Работающим пенсионерам увеличение пенсии будет произведено с 1 августа 2016 года. После апрельского увеличения было перерасчитано пенсии 634 пенсионерам, получающим свои пенсии через управление пенсионного фонда в Кашхабльском районе. Увеличения коснулись таких категорий получателей государственных пенсий, как инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции, вдовы ликвидаторов ЧАЭС, а также получатели социальных пенсий. Это дети-инвалиды до 18 лет, инвалиды с детства, инвалиды от общего заболевания первой, второй, третьей группы, дети, потерявшие обоих родителей, то есть дети круглые сироты, дети, умершие одинокой матери, дети, потерявшие одного из родителей, а также граждане, достигшие 65 лет мужчины и 60 лет женщины, не имеющие необходимого трудового стажа для выхода на пенсию по старости.